Обеспеченный человек? Да. Настолько, насколько я это понимаю. А как, вы это понимаете? А вот понимаю, двухкомнатная квартира, у меня 12 соток огород, у моих родственников автомобили, я езжу по заграницам, я играю в прекрасных театрах, я получаю зарплату, которой мне вполне хватает, чтобы я ел хорошую еду, покупал хорошие вещи. Все. Я никогда не куплю рубашку за 1000 долларов, ну и какие-то ширпотребовские подвальные трусы не надену. Я очень живу достаточно.